не трогайте мою мебель! Не трогайте мою мебель! Глядите, чего они делают на ней! Роняют мою мебель! Зачем вы ее продали? А чего же вы тянули канитель? Вот женились бы раньше, и мебель вам осталась. Как же раньше, вы только сию минуту сказали, чтобы я женился. А сами вы не могли додуматься? Вот отвечать теперь за все.